We long to taste forbidden fruit. I turn away, but everywhere I look is you. Началось все 11-го, когда я вышла на остановку, потому что хотела идти гулять с подругой. Вот. Подруга мне названивала очень часто. На самом деле я реально думала, что в этот день будет что-то особенное. И друзья меня просто как бы силой вытянули куда-нибудь попить пиво. Вот. И в итоге вышло так, что когда я уже ехал домой, все поехали дальше куда-нибудь гулять, я сказал нет. И я встал на остановке, естественно, уже как бы с хорошим настроением, то есть как бы пообщаться с кем-нибудь. И я вижу, только одна девушка стоит на перроне, то есть на остановке, никого больше. Ну, как бы думаю, ну, скучно ей, наверное. Вот, посиду, поговорю. Вот, и единственное, что у меня хватило, как бы, ну, смелости сказать, это, там, как бы, не подскажете, когда будет маршрутка, ну, как бы, в мою сторону. Вот, она сказала, что тоже ждет. Причем ждет на массив, хотя в то время уже ходили на другие маршрутки, сразу понял, что о, как раз мой район, потому что я оттуда. Оказалось, что мы как бы ехали в одну сторону. Дима мне подошел и сказал, давай, может, лучше на такси поедем. Я говорю, какое такси? Ну, он сказал, ну, 2 гривны заплатишь чисто символически, как бы выбирай любое такси, которое тут стоит. Вот, поедем на нем. Ну, вроде никаких рисков, выбрали мы такси, сели в него. И тут за угла выбегает ее подруга, такая веселая вся, и говорит, что давай, как бы, пошли уже вот со мной, все, как бы, наконец-то встретились. А это кто с тобой? А не важно, бери его и пошли. И, честно говоря, мне очень понравилось, что человек очень похож чем-то на меня, и как бы мне с ним очень свободно и приятно общаться. Я вообще была удивлена, что я встретила такого человека искреннего и интересного. Мы вместе пошли, мы пошли на дискотеку, потанцевали, вот, уже разнакомились, разобщались. It started with a whisper, and that was when I kissed her, and then she met my lips, I could hear the chit-chat, take me to your love shack, mama's always got a back track, when everybody talks, babe. И тут как-то на следующий день, или через день, вот, вечером я еду домой в маршрутке, у меня звонок, значит, звонит она и говорит, я не поняла вообще, зачем я тебе дала номер, зачем ты его взял, то есть как бы, ты даже не позвонил, это нормально вообще, я тут сижу жду, заставляю девушку ждать, то есть она на меня наехала, я говорю, давай встретимся, посмотрим у меня фильмы, я сразу как бы к себе, ну чего бы нет, она это хорошо. Я такой, о, нормально, думаю, ничего себе. Открываю дверь, и меня встречает его мама. Я, конечно, была ошарашена. Тут подошел папа, тоже мне там привет-привет. Я вообще была в панике, как это так, встретила. Первый день захожу в дом, и сразу родители. Включили фильм, посмотрели фильм, потом пообщались, на кухне долго посидели, потом решили посмотреть еще один фильм. Так она у меня и уснула на руках. На второй день, на третий день, и я где-то не выдержал. Через неделю я сказал, слушай, как бы официально заявляю, переезжай жить. После этого мы начали жить, и я понимаю, что с человеком не только очень классно общаться, и какая-то появляется не только симпатия, а реальная вот как любовь. Я просто через месяц я реально поняла, что я уже конкретно влюбилась. Right in on the starlight, all we had is gold.
12-13 я сделал предложение. Предложение было у нас в тысячах. Предложение было как тост. Проснулась я с утра. Вот. Как бы все было уютно, спокойно. Вот. И Димы не было. Потом я пошла на кухню, мы с ним. Ну, как бы он пришел. Вот. И начал все накрывать на столе. Я такая смотрю, думаю, ну, приятно все-таки наше число 11-13 спустя 2 года. Невероятно, очень классных отношений, теплых, настоящих. Я была просто поражена настолько открытому нашему общению. У нас вообще не было никаких секретов и тайн между друг другом. Это очень, я считаю, важно вообще в отношениях. Он говорит, ну, вообще у него очень любимая деталь – это шляпа. И как бы он достает такую шляпку маленькую и говорит, ну, теперь у тебя будет шляпка. Открывает, а там колечко. Когда я его увидела, я просто, честно, я не знала, куда свои эмоции деть, потому что они настолько переполняли, у меня так, ну, у меня шли слезы, я настолько была счастлива, вот у меня просто реально это кольцо расплывалось в глазах, я даже не видела, как оно выглядит на самом деле. And I would do it for you, baby. I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you're gone, and long after you're gone, gone, gone.